Всем хаюшки, с вами Александр, это канал Аймбот, и наконец-то я начал играть в игру Shadowfighter 3. Вот. Выбираем сегодня внешность, немножко поиграем, и в принципе я буду ждать от вас отзывы об игре, кто уже играет или нет. Но это так, немножко я вперед сразу же забежал. Значит, по внешности. В принципе, по внешности был бы, если бы рандом, я бы, наверное, выбрал рандомного чувака и пошел бы, в принципе, им. А также есть, в принципе, и девица можно создать. Ну, нет, мы все-таки создадим мужика, мы же, в принципе, такие должны, наверное, мужика создавать. Но... Так, таблица, давайте смотреть, кто у нас есть такой. Молодой, бородатый, темноватый, беловатый, ну, я даже не знаю. Темного точно не хочу, ну, блин. С бородой я не хожу, с бородой не хожу, поэтому, либо вот этот, наверное, либо вот этот. Хотя, по сути дела, пускай будет вот такой. Значит, по причесону давайте быстренько поймем. Ну, я не знаю. Парам-пам, парам-пам-пам-пам. Так, стоп. Вот так, либо вот так. Ну, давайте вот так вот оставим цвет волос. Значит, цвет волос черный, коричневый, белый, синий, красный, зеленый и такой. Давайте коричневый. Вот, в принципе, чем-то похож немножко на меня. Немножечко, совсем чуть-чуточку. Вот, ну, как-то так. Ближе, к сожалению, не могу. И предлагают мне сразу же ввести почему-то I'm Bot Games. Ну, ок. Я не буду сильно подзапариваться и нажму Aimbot Games. Надеюсь, вообще выбралось что-то или не выбралось. Ну, посмотрим. Значит, Shadowfight 3, и мы играем в него. А пока смотрим на заставку. Я не знаю, что будет здесь сейчас по управлению. Раунд первый. Меня сейчас как рачка, наверное, порвут. Значит, добро пожаловать в теневой отряд, боец. Первый в своем роде во всем легионе. Да, сэр. Меня зовут Гизмо, и мы будем служить вместе. Хочешь подраться? Я здесь, чтобы проверить тебя. Ну, давай, чувак. Я уже забыл. Гизмо, давай. Значит, по ударам. По ударам. Блин. Погоди. Куда что делать? Ну, дайте мне управление. Чё за... Ешь свет. Я нажал на что-то, ребятки. Я на что-то нажал, мне все пропало. Все пропало, шеф, все пропало. Грусть, тоска, печаль. Мышка не работает, клавиатура не работает. Вот беда-то какая. Ладненько, я сейчас по клавиатурке разберусь и вырежу в момент того, как я буду тупить. Ну, в принципе, немножко я настроил вроде клавиатуру. Сейчас мы протестим, сейчас мы это проверим. И давайте же попробуем все-таки ударить. Так, ну, по крайней мере, мы можем ходить, мы можем прыгать, мы можем приседать, мы можем, в принципе, вперед прыгать. Зажав несколько клавиш, перекатиться, назад перекатиться. Ну, короче, как-то так. Конечно, тут довольно-таки медленно все это происходит. Не такой резкий у нас чувак. Ну, да ладно. Значит, как-то так. Пните, Гизман. Ну, давайте вот так вот. Или что тебе надо пнуть? Ну, я ж пинаю его. Че, это не считается пинаю? Вот так. Как тебе надо? Ну, вниз, да? А, вниз надо, все верно. Значит, Гизма блокирует твои удары, попробуй бросить его, чтобы пробить его защиту. Ок. Значит, вперед, и рука нам нужна, то есть вот таким вот образом. Отличненько. А мы его бросили. Значит, ну ладненько, теперь давай-ка драться по-настоящему, говорит нам Гизма. Ну давай. Чё? А я умею блокировать, если чё. Я умею. Я могу тебя бросить. Я могу тебя пнуть. Я могу тебя еще раз ударить и пнуть. Так, стопэш. Вот так. Я буду чисто бороться. Бороться и бить. Ой! Чувак! Успокойся. Я прирожденный борец. Ты об этом не знал? Вот так вот тебе. Лоу. И все, и ты труп. Значит, мы победили. В принципе, неплохо. Победа за нами.
Получаем немножечко опыта, немножко золотишко, и нам вот, в принципе, всякие прочие нищечки дают, парные мечи, также дают нам одежку, ну и мы, соответственно, продолжаем. Сержант, значит, нам говорит, быстро учишься, давай посмотрим, что еще ты можешь использовать в поединке, надень экипировку. Вау, тут бустерпаки есть. Я люблю бустерпаки, ребятки. Ребятки, я люблю бустерпаки. Я уже обожаю эту игру. Я тут есть бустерпаки, ребята. Надеть, да, мне уже нравится. Определенно мне уже нравится игра. Это просто, это уже просто зашибись. Неплохо, кстати, он приодевается, все внешне меняется, все видно. Значит так. Отлично, Гизмо, уже ждет тебя. То есть, нет, неправильно. Отлично, Гизмо уже ждет тебя. Там должна быть точка, которую я не прочел. Значит так, я не знаю, насколько мне удобно управление. Ну, ладно, пусть пока будет так. Потом, если что, я пере это. Хотя, возможно, вот эти клавиши были поудобнее. Ну, на сегодня пускай будет так. Значит, Гизмо что нам говорит? Можно тренироваться день и ночь, а ты не двигайся и блокируй мои удары. Короче, мы просто блокируем удары. Нифига ты меч отхватил, Гизмо. Ты думаешь, это правильно? Так, не двигайтесь, чтобы заблокировать удары. Ну ок, я понимаю. Ну и чё ты тут танцуешь возле меня? Все? Великолепно. Да я, конечно, я могу. Хватит, чё, драться, да? Драться, чё? Деремся, да? Хватит, успокойся, мужик. Успокойся, мужик. Вот так тебе. И опачки. Вот, на тебе. О, я, кстати, тактику придумал, да? Нормуль. Значит, я придумал тактику. Подкатываемся, бьем, хватаем, кидаем. Значит, бьем. Нет, подожди. Гизмо, не пойдет так. Ляг, отдохни. Ну, короче, моя тактика почти работала. Вы поняли, о чем я, да, наверное? Вау, у нас еще кто-то удар добавился. Блин, а я его, кстати, удалил. Я удалил эту клавишу, блин. Ну, думал, она лишняя будет, но на самом деле нет. Эх, я какой. Значит так, удар в голову, все дела, все ништячки мы собираем, всю валюту получаем и сержанту напинаем тоже, если будет в ее. Значит так, может... Из тебя и выйдет какой-то толк, а пока нам надо в магазин. Ну, я бы открыл пару бустерков, если ты об этом намекаешь, прям вообще. Да. Покупаю бустерпаки, чтобы получать новую экипировку и улучшать уже имеющиеся. Блин, да конечно, бро! Бро, ты прям... Понимаешь, о чем я? Мы прямо с сержантом понимаем, что надо открывать бустерпаки, потому что я очень-очень люблю их открывать. Значит, а разрежь бустерпак, чтобы открыть его. Как его резать так? Хач! Карточки я не порезал случайно. Ну, вроде бы целые. Хотя как-то целые не это. Не должны были быть. Ну да ладно. Им, наверное, виднее все-таки. Так, что у нас? Новый предмет, закрытый шлем, да, конечно, нормуль. Мечи это у нас уже имеется, мы можем, в принципе, их прокачивать. Еще мечи, хорошо, прокачали. Значит, доспех горца. Горец. И куртка у нас, куртка скаута. Конечно, да, конечно. Значит, так, ты получил шлем. Носить шлем очень важно, ведь он защищает от ударов в голову. Надень его. Да, конечно, бро. Конечно, я... Вау. Вау. Так, что у нас... что-то там размазался я как-то. Нас недолюбливают в Легионе, но первое задание уже есть. Разобраться с династием в бамбуковом лесу. Ну, хорошо. Погоди, чувак, почему? Зачем? Экипировка, дайте мне экипировку, я же не посмотрел все, что у меня есть. Я же мог еще куртку там, по-моему, какую-то посмотреть. Ну, блин. Ладно, предлагают нам начать дуэльку. Значит, теневой отряд создан, чтобы принести победу Легиону. Мы добудем сферу, и династия лишится своего источника теневых сил, говорит нам сержант.
Говорит, нам сержант, а мы идем валять по морде противника. О, ты со мной? Я вижу, ты со мной. Значит, мы точно затащим, значит, мы точно победим. Так, ну, сперва сделаем паузу. Секундочку, сделаем паузу. И я кое-что вырежу. Значит, продолжаем. И чувака сейчас мы напинаем. Так, чувак, успокойся. Где моя великолепнейшая тактика? Эй, а чё всё меняется? Чё такое? Чё я делаю? Что мне с этим делать? А, так, окей. Чтобы использовать теневую способность шлема. Значит, вверх и вот эту вот штукенцию. Ишь, оно чё? Солдат династии, успокойся. Спать, говорю. Да хватит меняться-то всему. Давай. Так, все, погоди. Отвяжись от меня. Так тебе, вот так вот. Вот так вот тебе. Да не стой, ты бей этого никчемного солдата. Что за нафиг? Ах ты какая скотина таки. На тебе. Вот так вот. А, значит, мы еще можем какие-то навыки такие пользовать. Это прикольно на самом деле. Но меня чуть не замочили, ребятки. Моя вся тренировка, которая была, пошла просто на смарку. Значит, так, награда. Шинковка. Редкий спецприем. Хо-хо. Ну, давайте продолжим. Шинковка. Значит, это хорошо, наверное. Это была первая ласточка. Основные силы династии сейчас в районе ущелья. Нам нужна помощь, говорит нам сержант. И дайте мне что-нибудь. Дайте мне посмотреть хотя бы, способности. Ну, кай. Применить. Значит так. Династия начала атаку на передовой. У них воины солнца. Они легкие и быстрые, но пары крепких ударов им хватит. А, ну окей. Сержант, окей, хорошо. Значит, легкие, быстрые. Ну, мы будем медленные и сильные, значит. Так, давай, иди сюда. Давай, я тебе сейчас вмажу. Так, подожди, так, чтобы... Чего? Я, короче, что-то делаю. Иди отсюда, такой вот нехороший. Ах ты меня бьешь. Так, погоди, стопэш. Давай я тебя брошу вот так вот. Ну так, потом сделаю вот так вот. И... Не поможет, все. В принципе, мы тоже могли сделать такой спецприем. Он, кстати, у нас горит, накопился, но я его чем-то не зайду. Но я понимал, что я уже и так затаскиваю. Значит, Денрал. Так это правда, Легион. А пользуйся теневой энергией. Какая прелесть. Мне не терпится сразиться с теневым мастером. Ну ладно, короче, не важно, что он там болтает. А, то есть ты против меня уже. Ну, ок. А если вот так сделаю? Нет. Да что ж ты будешь делать? Три комбо. А, все, я понял. Это должно было случиться. Это, походу, было предсказуемо. Мы не должны его были победить. Ладно. Короче, какой-то тормозной ролик прошел. Прошел тормозной ролик. На эмуляторе почему-то ролики меня тормозят периодически. Я отвлекла, Денрал. Отдышись, и ты сможешь взять реванш. Говорит нам Джон. Меня зовут Джон. Династия не должна была нападать на вас. Это все Денрал. И я здесь, чтобы остановить его. Ну, окей, хорошо. Остановим. А, значит, у нас горят бесплатные карты. Давайте почти всего нажмем, что нам дадут. Нам дают экипировочку и монетки. Новый предмет, хорошо. Давайте в экипировку. Да, я давно хотел зайти в экипировку. Сколько мне можно просто троллить и не давать мне сюда зайти? Так.
Что вообще у меня по экипировке? Ну, шлем-то, понятное дело, здесь, вот, да. Вот так вот. Значит, у нас 48 броня. 48 броня. А куртка скаута 97. Ну, нужен второй лывачок. Значит, 48, 48 и 48. Угу. Угу. Так, так, мы так выглядим. А так мы... А как вообще одевать-то? 48. Так. Защита тела. Атака без оружия. Атака без оружия. Защита тела. 18. Атака без оружия. А зачем мне атака без оружия? Нет, без оружия атака точно не нужна. Защита тела 17. Вот это, наверное, самое оптимальное, да. Защита тела 18. Нет, вот это все-таки. Вот это все-таки, наверное, получше. Да, вот так вот надеть. Вот, будем вот так вот выглядеть. Да. Наверное, так все-таки покруче. Вот, ну и в принципе все. В принципе, все, можно идти. Паки мы не можем открыть, у нас нету. Гиджат. Стопэш, одень. Одень. Как отсюда выйти? Вот так вот, да? Вот так вот. Угу. Ну, ок, ок. Начать дуэль. Давайте все-таки немножко еще посражаемся и... Смотрим, что кого да как. Тем более, что у нас новая экипировочка. Вот, противник у нас кинг какой-то там. Какой-то там чего-то там. И как бы это не было бы просто реальный человек. Что-то мне подсказывает, что это может быть такое. Так, отлично. А теперь... Нет, а теперь плохо. А теперь плохо. А теперь хорошо. А теперь вот так замечательно. А теперь офигительно. А теперь хорошо. А теперь снова неплохо. Но развернуться надо. Так, плохо, плохо, плохо. Так, давай, давай. Отлично. Вниз, вниз, вверх, вниз. Не-не-не-не. Значит, так, отлично, отлично. Плохо. Оу, да ты прям могёшь. Не-не-не, поставь меня. Поставь меня на место. Во-первых, вот так вот, и в принципе все. И в принципе ты все лежишь, а я стою. Вот как-то так. Ну и мы победили в первом только раунде. Значит так, окей, хорошо. Блочим, ударяем, ударяем. Получаем. Вот так. Быстренько. Есть, есть, отлично. Хорошо. Пойдет. И давайте-ка. Блин, как юзать третью спецуху вот эту вот, я читаю. А, ну она что-то не горит еще. Вот так. А где мои? Где мои ножи в конце-то концов? Куда я их выкинул? Эй, чувак, ну ты чё? Успокоился, успокоился. Да. Бросочек давай. Бросочек. Бросочек меня. И добивает. Понятно. Я не помню, как выполнять третью спецуху, ребятки. Как ее выполнять? Какого фига я мечей-то лишился? Чё за фигня была? Какого ж ёшкиного света-то? Все, на тебе. На, на. Ах ты, скотина. Значит, так, пойдет. Так. Пойдет. Опаньки, и меча лишился, да? Нет у тебя меча. Нету, нету. Нету, все. Пиши, пропало, чувак. Пиши, что пропало. На. Оп, и все, и все, и все. Ну вот как-то так, стоило лишить его меча, и он вообще стал тряпкой. И мы-то хоть как-то с вами посражались, позащищались, там, не знаю, покидали его. Но я не могу третью спецуху сделать. Третью спецуху, ребятки. Ладно, обычный сундук. Давайте продолжим, посмотрим вообще, что нам в обычном сундуке дали. А мы его можем открыть через 3 часа. Ого, ты получил сундук. Давай откроем его. Да давай, откроем, конечно же. Я только за, я об этом и говорю.
Значит, начинаем открытие. Ну, нам по-любому должны бесплатно дать его открыть. Я могу напомнить тебе об открывшемся сундуках, если захочешь. Да, конечно, конечно. С помощью кристаллов ты можешь открыть сундук сразу же. На этот раз это будет бесплатно. Ну, я об этом и говорю. Это всегда вначале бесплатно дается, чтобы посмотреть, что там дается. Так, ну давайте посмотрим открытие сундучка. Ну и нам, в принципе, дали какую-то способность. Также усиливаем немножечко свою куртеночку. Мы должны левачок, кстати, получить с вами-то наконец-то таки, наверное, таки. Где мой левачок? Нет, моего левачка нет. У нас куртка лежит более крутая. И мы ее не можем одеть. Значит, экипировка. А, вот, экипировка, вот она. Экипировка, значит, закрытый шлем у нас вот такой вот, что у нас 17 головы и 19 теневой урон. Головы. Ну, да. Редкий шлем, но это редкий шлем. Хорошо, ок. Значит, здесь у нас 38. 18 и крит 8. Фракция легион. 38, 18, 8. А здесь 23. И... Угу. Сокрушение, теневая способность. Ну, вот, в принципе, топоры-то они покруче будут. Ну, ок, редкие топоры, а это, соответственно, простые обычные мечи, да? Ну, давайте наденем редкие топоры. Ну, вау, вау. Неплохо, я бы сказал. Неплохо. Единственное, что мы не получили левачок, и это не очень. Это не очень, конечно. Вот, как-то так вот. Ну, давайте, наверное, последний боёк. Возможно, нам дадут левачок. Если нет, то значит печально. А если дадут, то, в принципе, мы взглянем на курточку. На курточку, что она-то как. Значит, мы посильнее нашего противника. Хорошо. Мне это нравится. Но мне не нравится, я не помню, как юзать третью вот эту вот спецуху. Это вообще тоскливая печальная фигня. Так. Ну, эй, стоп, поставь, я тут отвлекся, я не то нажал просто. Я не то нажал, чувак просто этим воспользовался. Не хорошо пользоваться. Так, есть, зацепили, есть, отличненько. Так. Давай, я вперед. Нет, я не вперед. Я был не вперед. Но мы победили. Мы, в принципе, победили на изи. Ну, у нас экипировка покруче. По крайней мере, и плюс у нас шлем есть, а у чувака даже и шлема нету. Вот ты же лол. Ты понимаешь, что у тебя... Блин, ну они юзают вот эту способность. Так, вниз. Опаньки. Вот так, и вот так, и... Хорошо, попался. И все. Давай назад, бей, бей. Так, давайте пока... А, вот. Мы сделали это. Я это сделал. Я это сделал. Я его просто красиво-красиво добил. Я ему сделал фаталити. Блин, ну клево. Мне нравится игра. Определенно мне нравится игра. Очень годная, очень классная, очень хорошая игра. На самом деле, я не знаю, ребятки. Я буду надеяться, что вы ее поддержите. И вам понравилось вообще это видео. А мы открываем очередной сундук. Ну и в этот раз нам его не дадут открыть, соответственно. У нас есть 12... 12, почему 12? У нас есть 90 самоцветиков, 90 бриллиантиков и, в принципе, все. Мы, в принципе, бились только в дуэли, поэтому мы не зарабатывали нифига уровень, но мы, по крайней мере, неплохо побились в дуэли. Я вот сейчас понял, почему, а главу мы все-таки забросили и не стали проходить. Вот, как-то так. Значит, ребятки, все, разберемся уже в следующем видео. Я не буду без вас играть, и видео будет прям не за горами, наверное, там, не знаю, может даже завтра, послезавтра я также запишу видосик. От вас лайки, комментарии, понравилась вам игра, не понравилась, сами играете, не играете в эту игру, будете играть, не будете играть. Возможно, вы будете играть в эту игру уже после того, как я записал видео и посмотрели, и скажете: вау, да это классная игра, я тоже буду в нее играть. Вот, все пишите в комментариях, также не забываем лайки, да,
еще раз, как я говорю, и подписаться на канал. На этом все. Всем спасибо, ребятушки.